9 мая ездить по городу. Эта машина уже какого года получается? Ну, в боевых действиях она не участвовала. В 45-м году ее. Мне вообще, в принципе, история какая-то есть у этой машины. Она с завода сразу на постамент, да, или где-то, да, служила? Да. Так говорят. При мне ее с постамента снимали. Я тогда еще молодой был. Двое Болкиных, старых водителя. Ага. При мне ее снимали. И что интересно, сколько она лет простояла, двигатель запустили. Без проблем.